все-таки нету, да, на весь экран? Хорошо, значит, давайте начнем вспоминать, на чем мы остановились в прошлый раз. Значит, мы, если я правильно помню, продемонстрировали, что в системе, которая сама себя держит, при определенных условиях может появляться деформация. Что из-за того, что у вас нуклоны, бегая по поверхности, в общем-то, давят на нее, то она может слегка деформироваться. И если при этом энергия системы уменьшается, что новые частицы можно сажать на состояние, которое отвечает понижению энергии при поправке от деформации, то в этом случае выгодна деформированная форма ядра. Но мы будем рассматривать деформацию только квадрупольную, как самую простую, которая наиболее распространена. Значит, область ядер, где деформация имеет место, она такая: А больше или равно 150, и меньше или равно 190. Причем переход к деформированным ядрам сферических довольно резкий. Потому что, скажем, ядро, у которых А 148, еще сферическое, а 150, когда вы еще там пару нейтронов, например, добавите, то уже оно становится хорошо деформированным. Ну, вот это одна область. Вторая область — это А больше или равно 220. Ну и там до конца, из известных всех массовых чисел, все ядра деформированы. Вот эти две области деформации, они существуют. Ну и это связано с тем, что действительно вот в этой области при А меньше 150 у вас есть заполненная оболочка и несколько частиц и немного частиц на незаполненной оболочке. Если мы сейчас вот посмотрим на схему уровней, где-то она тут была. Вот. Вот. То, вот. Вот эта оболочка заполнена при А 150, а вот здесь вот частицы начинают заполнять оболочку. И вот когда дойдет до 150, потому что тут еще протоны и нейтроны есть, то тогда уже у вас начинается хорошо выраженная деформация. А вторая область, когда вот здесь вот уже даже не здесь, а нет, я не прав, как раз вот эта область от 150 до 190, а ну вернее вот это и вот это, потому что протоны у свинца заполняют вот эту оболочку, а нейтроны вот эту. Поэтому, в общем, в основном все-таки вот эта оболочка работает. Нейтронная оболочка вызывает деформацию. А А220 это следующая оболочка уже. Следующая оболочка заполняется, когда она заполнена достаточно, ну, как бы наполовину, то в этом случае деформация появляется, резко появляется деформация. Магические ядра, конечно, сферические. Последнее, значит, вот после вот этого магическое ядро, это свинец, 208. Вот, ну и здесь тоже свинец 208, потому что это следующая оболочка после свинца заполняется 208. Да, и здесь вот тоже, как только вы подходите к концу, число дырок становится маленьким, и деформация снова исчезает, когда А больше 190. То есть вы подходите как раз к магическому ядру. Свинец, когда заполнена вот эта и вот эта, вот эта оболочка, кстати. У меня же есть это. Заполненная у свинца по протонам вот эта заполненная оболочка, а по нейтронам вот это. Вот. Ну и теперь, значит, квадрупольную деформацию
мы можем описывать уже, как мы говорили, мы видим, что у нас дельта R есть R0 на единица плюс альфа 2 мю, y 2 мю от θ фи. Вот форма ядра описывается, ну вернее так, деформация ядра описывается вот, вот этим параметром альфа 2 мю. Значит, альфа 2 мю обладает свойством, что это равно альфа 2 минус мю, сопряженное на минус единицу в степени мю. Есть вот такое свойство. Ну и это означает, что из всех параметров у вас действительных параметров только 5. Действительных параметров только 5. Значит, альфа 2,0 действительно, альфа 2,1 и альфа 2-1, они комплекты сопряжены, оно минус имеет, поэтому оно чисто мнимое. Альфа 2,2 и альфа 2-2, они они связаны между собой вот этим соотношением. То есть имеется 5 действительных параметров всего. Теперь смотрите, здесь мы не конкретизировали, в какой системе координат написано вот это выражение для дельта R. То есть вообще предполагается, что это написано относительно лабораторной системы координат, то есть относительно какой-то фиксированной системы координат, в частности лабораторной. Теперь, если вы повернете систему координат, то у вас y преобразуется. Соответственно, альфа тоже, можно считать, будет преобразовываться. Тогда, что мы можем сказать? От того, что вы повернули систему координат, форма ядра от этого же не изменится. То есть изменится только ориентация ее относительно системы координат, которую вы повернули. Поэтому понятно, что все вот эти параметры, они не будут... Они описывают не только форму ядра, но еще и положение ядра относительно фиксированной системы координат. Поэтому, если мы хотим перейти к форме ядра, выделить переменные, которые связаны только с формой ядра, то понятно, что мы должны перейти от лабораторной системы в систему, связанную с телом. В системе, связанной с телом, есть главные оси. Главные оси. Если мы направим вдоль главных осей, значит, давайте дальше мы будем обозначать в этой системе, в которой есть связанная с телом, переменные альфа вместо альфа 2 мю, мы будем альфа, не альфа, а АН просто. Просто АН будем писать, потому что уже двойку писать не будем, просто будем писать АН. То есть у нас есть вот такая вот функция АН. И дельта R мы пишем, что это есть R0 на единица плюс АН Y2 М от тета фи. И тета и фи теперь у нас отсчитываются относительно главных осей, связанной с системой координат. Ну вот, если у вас есть такая вот подрукольная информация, и тут у вас есть главные оси, то, вообще говоря, есть симметрия у такой формы. Во-первых, есть симметрия относительно плоскости, проходящей через ось, это вот это z, вот это x, а вот это y. Нет, наоборот, вот это x, а вот это y. Хотя, впрочем, это все равно, смотря куда направить оси. То в плоскости xy отражения у вас все точки при отражении переходят вот сюда. Это означает, что вот этот угол тета переходит при отражении переходит и минус тета. Вот. Но форма ядра при этом не меняется.
именно с этого. Дальше, если вы возьмете плоскость x равная 0, то есть плоскости yz, то отражение относительно этой плоскости сюда у вас меняет угол φ. Угол φ меняется на, опять же, на те же самые π минус φ. Φ меняется на π минус φ. Отражение этой плоскости. Ну, поэтому у нас вот это выражение должно быть инвариантно относительно таких операций. Давайте мы распишем вот эту самую дельта r, подставив туда y. Тогда у нас получится вот такое выражение. Дельта r равняется r0. Здесь стоит корень, сколько, 5 на 4, 3. 2, r плюс 1 на 4, 3. Так, а тут стоит, значит, тут стоит вот такая вот комбинация. А0. Здесь это y2,0, которое есть 3 вторых косинус квадрат z минус 1 вторая. Это прямо Джандера. Дальше плюс корень из 3 вторых. Здесь стоит синус тета, косинус тета. А здесь стоит а1. Так, а минус 1 на е степени минус, π, минус а1 на е степени π. Так, и еще плюс, корень из 3 восьмых синус квадрат это на а2 е в степени 2 и плюс а минус 2 на е в степени минус 2 и фи. То есть тут вот ничего, я просто подставил, что такое y2 все, y2,0, y2,1, y2,2 и 2 минус 2, и здесь 2 минус 1, 2 минус 1, 2, 1. Вот теперь смотрите, если мы сделаем первую операцию отражение относительно плоскости z равной 0, то тета перейдет в π минус тета. Тогда вот этот член поменяет знак, что здесь синус меняет знак, вот этот член не поменяет знака, и вот этот член не поменяет знака. Значит, чтобы форма оставалась инвариантной, мы должны этот член выкинуть. Это означает, что А1 равно А минус 1 равно 0. Так, следующая комбинация. Вторая операция. Фи меняем на π минус фи. Это в плоскости x равно 0 отражение относительно плоскости. Тета остается таким же самым, поэтому здесь ничего не переходит. А вот здесь смотрите, здесь у вас, если замените фи на π минус фи, тогда вот эти две экспоненты поменяются местами. Поэтому, чтобы, опять же, выражение было инвариантно, то есть тут будет стоять e в степени 2 и минус φ, а тут будет стоять e в степени минус 2 и минус φ. 2 и φ это единица, поэтому тут получается e в степени минус 2 и φ, а тут e в степени плюс 2 и φ. Ну и тогда надо, чтобы а2 было равно а минус 2. А минус 2. И в этом случае тогда форма не будет зависеть от этих операций. Форма будет... Тогда у вас вот это выражение будет инвариантно. Таким образом, видите, у нас есть два условия на 5 параметров. Причем, что это означает? Это означает, что у вас вот эти коэффициенты действительны, поскольку это комплексное сопряжение. Коэффициенты действительные, а 2 равно а минус 2, коль скоро а минус 2 это комплексно сопряженная величина. А здесь вот эти два комплексных числа должны быть равны нулю. То есть
три параметра у вас вылетают, два параметра здесь и один параметр здесь, и остается из пяти, остается только два параметра. Это А0, например, и А2. То есть два параметра А0 и А2, два действительных параметра остаются, которые описывают форму ядра. Форма ядра тогда описывается вот этими двумя параметрами. Ну вот, удобно эти параметры записать немножко в другом виде, который в свое время предложил Оги Бор. Когда вот эта информация стала активно обсуждаться. Значит, он предложил записать так, что А0 равняется бета косинус гамма, а А2 равняется бета на корень из двух на синус гамма. На синус гамма. Ну, это А минус 2 равно А2 равняется бета на корень из двух. Ну и тогда вот этот бета r от тета фи будет записываться через эти параметры вот таким образом. r0 корень из 5 и 4 фи. Значит, будет стоять бета общим множителем, а здесь будет стоять такое выражение. Косинус гамма умножить на 3 вторых косинус квадрат тега минус 1 вторая, так, плюс корень из 3 вторых, нет, корень из 3 пополам. Корень из 3 поделить на 2, а здесь стоит синус гамма на синус квадрат тета и косинус 2 фи. Косинус 2 фи. Вот такое получилось выражение. То есть видно, смотрите, что в общем случае у вас есть зависимость от тета и от фи. Зависимость от фи означает, что у вас нет аксиальной симметрии относительно оси. То есть z не является осью вращения, потому что есть зависимость от фи формы. Вот. Но если гамма равна нулю, тогда этот член вылетает. И тогда у вас получается, что у вас зависимости от фи нет, и у вас есть аксиальная симметрия. То есть такой эллипсоид вращения ядра. Величина, знак бета вам говорит о том, вытянуто оно или с плюсом. Если бета больше нуля, то ядро вытянуто вдоль оси z. Если бета меньше нуля, то оно будет сплюснуто. Вот, тогда давайте мы сейчас внимательно посмотрим, в каких пределах будут меняться вот эти самые бета и гамма. В каких пределах могут меняться бета и гамма. Значит, давайте... Так, это, наверное, пока можно выключить. Значит, смотрите, давайте мы введем вот такую величину. Величина S от это фи, которая есть удлинение вдоль удлинения. Это есть корень из 4 фи на 5. Здесь будет дельта R от это фи. Поделить на R0. Вот это относительное удлинение. Относительное удлинение. Значит, тогда смотрим. Если у вас ось Z, полярная ось, там тета надо положить равным нулю, этот член вылетает. Здесь при тета равном нулю косинус равен единице. 3 вторых минус 1 вторая тоже будет единица. Тогда у вас получается, что S3, третья ось, S3, третья ось, значит, Z у нас будет 3, X у нас будет 1, Y будет 2. Так, S3 равно очень простому выражению. Это будет S от 0
0, это равно бета на косинус гамма. Бета на косинус гамма. Вот такая длина вдоль третьей оси. Теперь, если положим тогда S1 вдоль оси X, какое удлинение будет? Вдоль оси X это будет S. Значит, X это тета равно π пополам, а φ равно нулю. То есть это будет π пополам 0. Здесь выражение получается вот такое. Это равняется бета. Ну а тут стоит, значит, минус 1 вторая косинус гамма. Потому что косинус здесь равен нулю. Здесь синус равен единице. А φ равно нулю, поэтому косинус равен единице, поэтому получается еще будет плюс корень из трех пополам на синус гамма. Так, ну и S2 равняется S от и пополам на пополам. То есть вот мы как раз рисуем удлинение вдоль вот этих самых осей. Удлинение вот x, y и z. Вдоль оси z, вдоль оси x, вдоль оси y. Так, а здесь будет, значит, минус бета. А тут снова стоит 1 вторая косинус гамма. Так. Значит, если у нас фи равно пи пополам, да? Тогда тут 2φ будет косинус π, будет минус единица. Минус единица, значит, будет просто плюс, минус мы вынесли, плюс корень из трех пополам на синус гамма. Вот. Я обращаю ваше внимание, что вот этот 1 вторая и корень из трех пополам, это косинусы и синусы, там, π на 3 или 2π на 3, в зависимости от знака. Вот этих величин. Поэтому, в общем, эти три выражения можно записать таким вот компактным образом, что S, S КТ равна. Тут надо свет зажечь, это знавание. S КТ равняется бета на бета умножить на косинус. А тут стоит гамма минус k на 2π на 3. И k пробегает значение 1, 2, 3. Это будет оси x, y и z. Вот, если, значит, подставить вот эти k сюда, то как раз получится вот эти все выражения, три выражения. Ну вот, теперь мы можем смотреть. Значит, если гамма равно нулю, то у вас аксиально симметричный случай. Гамма равно нулю, то тогда S3 равняется бета, а S1 равняется S2, естественно, равняется половине бета. Половине бета. Так, со знаком минус. Со знаком минус. Минус 1 вторая бета. Так. Ну и бета определено так, что если бета больше нуля, то форма вытянута вдоль оси z. Если бета меньше нуля, то она сплюснута. Теперь, если возьмем гамму равную π на 3, то в этом случае получится, что s2 равно минус бета, а s1 равняется S3 равняется половине бета. То есть что мы видим? Что при гамма равную π на 3 у нас просто произошло переобозначение осей. У нас там вместо вытянутости вдоль оси 3 стало сплюснутость вдоль оси 2. А эти тоже остались аксиально симметричными. Ядро, тем не менее, аксиально симметричное. А при гамма равную π на 3. Но таким образом
Ну, собственно, видно даже вот отсюда, что если вы замените гамма, ну, тогда видно, что гамма, область изменения гамма отсюда и возникает. Что если бета равняется, там, в принципе, от минус, любое значение на действительной оси может принимать, то гамма у вас удобно определить так, что она меняется от минус π на 3 до плюс π на 3. Ну и видно здесь, что если вы гамму сдвинете на 2π на 3, 2π на 3, то у вас просто там k поменяется. То есть эквивалентное изменение k. То есть как раз есть периодичность по поводу, ну, 2π на 3. И тогда гамма определена вот таким образом. Ну и вот если посмотреть на картинку, как это выглядит, то можно увидеть следующее. Значит, если бета больше нуля, то у вас вытянутая при гамма равном нулю. А ехать дальше. Вот эта плоскость гамма. Вот здесь, вот видите, гамма равна нулю. В этом случае бета положительно. И тогда форма вытянутая у ведра в этом случае. Если вы идете сюда, то когда гамма равна π на 3, у вас вытянутость идет вдоль второй оси. А вернее, сплюснутость будет вдоль второй оси. Потому что там минус бета появляется. Вот. То есть форма ядра такая же, как здесь, только она сплюснута. И также аксиально симметричная. Если дальше идете, то у вас уже она снова станет вытянутой при гамма 2 π на 3, но вдоль первой оси. И дальше, когда гамма равна π, она будет сплюснута вдоль третьей оси. Это эквивалентное изменение знака бета. Фактически. Вот. Ну и дальше снова вытянутая вдоль второй оси и сплюснутая вдоль первой оси. Ну, вот эти два, они просто отличаются знаком бета. Поэтому ясно, что у вас только вот эта область фактически имеет. Гамма определена только вот в этой вот области. Реально. Ну, фактически тут также гамма и минус гамма. То есть у них неаксиальность просто отличается, неаксиальность отличается знаком гамма вот здесь. Здесь. Вот такая, значит, вот диаграмма плоскости бета-гамма. Вот на осях, на всех вот на этих осях у вас форма аксиально-симметричная, не сферическая. Сферически-симметричная. Так, а вот эти вот 6, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот эти 6 точек, в этих 6 точках форма ядра одинакова. Форма сама. Просто они отличаются переобозначением осей. Переобозначением осей. И знаком там, фактически переобозначением осей. Вот. Ну вот теперь, я думаю, можно сделать перерыв. И после этого будем смотреть, что такое эмпирическая деформация и какие значения она имеет. Давайте сделаем перерыв. Так. Значит, вот как мы говорили, величина бета, она определяет величину деформации. То есть фактически она определяет величину квадрупольного момента ядра. Но на самом деле эмпирически квадрупольный момент параметризовался немножко по-другому. Он как-то не через бета параметризовался, а там вводилась величина деформации дельта, которая была связана с квадрупольным моментом следующим образом. Q0, вот та величина, которая в таблице, писалось, что это есть 4 третьих А на средний квадрат радиуса, на R квадрат среднего ядра, и вот это параметр деформации дельта. То есть, смотрите, мы когда обсуждали квадрупольный момент, то тогда параметра А никакого не было, был только R квадрат. Фактически. Величина квадрупольного момента определялась квадратным радиусом ядра. Здесь у вас, как видите, он в два раза больше.
И вот эта величина, это и есть эмпирическая деформация. Ну и он, естественно, связан с общим мультипольным моментом Q0. Вы можете вот мультипольный момент M2.0, который мы определяли, M2.0, это есть интеграл с плотностью ρ от r, r квадрат, y2.0 от θ, d3r. Это был мультипольный момент второго ранга. Ну и тогда с квадрупольным моментом связан простым соотношением. Q0 это есть, значит, только что надо вот этот корень, который в y есть, убрать. Это будет корень квадратный из 16 поделить на 5. На 5 и будет m2.0. Вот если считать, что плотность постоянна, и подставить вот через бета и гамма, через, ну, гамма здесь 0, как, если есть только нулевая компонента квадрупольного момента, то тогда получится, что это есть корень из 16π, поделить на 5, здесь будет 3 на 4 π еще возникает, а r0 квадрат умножить на бета. Ну вот отсюда возникает связь между бета и гамма. Бета и дельта, вернее, прошу прощения, бета и дельта, которая выглядит следующим образом. Если мы будем считать, что r квадрат средняя для постоянной плотности, это есть 3 пятых r0 квадрат, то тогда связь между ними получается такая, что дельта есть корень квадратный из 45 поделить на 16π и умножить на бета. Ну, 45 и 16π, в общем-то, довольно близкие величины между собой. Да еще корень извлекается. Если подставить вот эти числа сюда, то это получится примерно так. 0,95 или 6,5. 95 умножить на бета. То есть фактически они очень близки, бета и дельта. А коэффициент между ними 0,95. Теперь, как дельта связана с радиусами, вот, с этим расстоянием и с этим расстоянием? Дельта как связана? Значит, r квадрат у вас, он пропорционален. Тут вот стоит r продольная в квадрате плюс 2 r поперечная в квадрате. Где вот это вот r продольная, а вот это вот r поперечная. Ну, поскольку это квадрат вектора, r квадрат, то вот он имеет вот такой вид. А в квадрупольный момент входит комбинация другая. Там входит комбинация 2 на r продольная в квадрате минус r поперечная в квадрате. Ну и тогда подставляя, значит, вот сюда вот эти величины, вычисляя квадрупольный момент отсюда, через вот эти радиусы, то мы получаем связь, что дельта это есть вот такая величина. 3 вторых здесь будет стоять r продольная, да? Продольная в квадрате минус r поперечная в квадрате поделить на r продольная в квадрате плюс 2 r поперечная в квадрате. То есть, видите, это она относительное удлинение, что тоже типа относительного удлинения, как, собственно, и бета у нас было. Ну, а если у вас деформация мала, то тогда можно вот здесь вот сумму радиусов считать, что они равны r0, и здесь тоже заменить на r0, и тогда получится, что это примерно дельта r поделить на r. На r0. То есть разность вот этих двух радиусов, вот этого и вот этого, деленная, значит, там на средний радиус, к
которые имеются между ними. Это если дельта много меньше единицы. Это если дельта мала. Теперь, какие характерные дельта бывают? Вот в этой области 150-190 это область редкоземельных элементов. Редкоземельные элементы. Вот это вот редкоземельные элементы. А вот это то, что называется актиниды. То, что за свинцом туда идет вверх. Начиная с актиния, там дальше уран, плутоний и так далее. Так вот, деформация, типичная деформация для хорошо деформированных ядер вот в этой области, она выглядит следующим образом. Вот, смотрите. Смотрите, что здесь имеет место. То есть тут типичная деформация, она, видите, в районе 0,3. Вот она здесь, вот на 0,3, вот она почти постоянная. Вот этот самарий, кстати, вот самарий предыдущий, изотоп самария, он просто сферически симметричный, на 2 нейтрона отличающийся, если мы берем только четные ядра, на 2 нейтрона, он сферически симметричный, а вот этот самарий, 152, по-моему, он уже хорошо деформированный. Он уже хорошо деформирован, у него 0,3 деформация. И вот этот 0,3, она типичная деформация. И вот по мере приближения к свинцу, сюда вот тут гафний, вот тут уже вольфрам, осмий, ну и дальше там золото где-то и свинец наконец. У вас деформация падает, естественно, и свинец, магическое ядро уже сферическое, сферически симметричное. Ну и дальше с области актинид, вот у вас начинается у радия, уже деформация заметная, 0,2, правильно 0,2, у разных изотопов меняется. Дальше торий уже растет деформация, и уран, плутоний, так, это Калифорний, а это, кажется, Кюри. Сейчас я не помню, что это за элемент точно, за плутоний следующий. Да, причем вот тут видите, четно-четные ядра это кружками нарисованы, у которых нечетные нейтроны, черные треугольники, вот эти черные треугольники, у них нейтроны нечетные. А протон нечетный это светлые треугольники. Видите, у всех у них информация примерно одинаковая. Примерно одинаковая. Ну а тут только четно-четные ядра, потому что нечетные. Четно-четные ядра. Ну, как наиболее стабильные величины, четно-четные ядра. Так, ну вот. Да, кстати, все деформации отвечают в вытянутой форме ядра. Все, то есть дельта больше нуля. Квадрупольный момент больше нуля. То есть форма ядра вытянута во всех вот этих известных случаях, заметных. И порядок одинаковый, что ядро четное, что ядро нечетное. То есть эффект одной частицы, когда вы добавляете, на деформации не сказывается заметным образом. Вот. Но это, как видите, это ядра достаточно тяжелые, а больше 100 тяжелые ядра. Если взять легкие ядра, то там дельта может быть очень разное. Например, ядро бериллий 9. Если возьмете ядро бериллий 9, то у него квадрупольный момент отвечает дельта равного 1,2. 1,2. Спрашивается, что это вдруг такое легкое ядро стало сильно деформированным быть. Но причина очень простая. Ядро бериллий 8 не существует. Бериллий 8. Оно сразу же разваливается на две альфа-частицы. То есть оно не живет. Оно мгновенно разваливается на
на две альфа-частицы. На две альфа-частицы. Но это означает тогда, что беременный 9, он, в общем-то, никакой не сферический, а он скорее представляет из себя вот две альфа-частицы, вокруг которых крутится нейтрон, который их стабилизирует. Из-за притяжения нейтрона дополнительного к ним возникает, это ядро становится стабильным. Ну, правда, энергия связи нейтронов здесь, конечно, минимальна. Великий 9 – это хороший источник нейтронов и альфа-частиц, соответственно. Ну и понятно, что такая конфигурация, она, естественно, не сферически симметрична. Форма у нее, естественно, очень сильно отличается от сферической. Поэтому вот причина, по которой... Да, ну и все вот эти в легких ядрах, все деформации, они обязаны явлению кластеризации. Когда у вас в ядре, в некотором смысле, можно считать, что вероятность обнаружить альфа-частицу довольно велика. То есть как бы состоят в некотором смысле из альфа-частиц в некоторой степени. Также вот С12 можно, и О16. Хотя они сферические, но тем не менее у них есть уровни, которые отвечают вот возбуждению вот таких кластеров. То есть там есть сильные эффекты корреляции, альфа-частичной корреляции есть. Теперь. На самом деле были обнаружены ядра, у которых деформация дельта порядка двойки. Отвечает от соотношению вот этих осей. Вот этих осей, как 2:1. 2:1. Такие ядра называются супердеформированные. Супердеформированные. Супердеформация. Дельта порядка двойки. Дельта равно двойке нашел. То есть R продольная к R поперечному равно двойке. Ну, дельта единица, как вот так. Дельта будет тогда единица. Но, конечно, такие ядра в основном, это ядра сильно возбужденные. И эта супердеформация возникает только в случае, когда у вас вот это ядро крутится вокруг оси перпендикулярной вот этой оси симметрии. С гигантским моментом G в какую-нибудь сторону. G порядка там 40, 50. То есть вот при таких моментах. При таких моментах, ну, естественно, у вас ядро начинает вытягиваться при таких больших моментах. И возникает, выгодной становится деформация большая. Потому что тогда момент инерции увеличивается, ну и, естественно, энергия понижается. Поэтому выгодно иметь такую деформацию. Теперь, если у вас ядро... ядро не аксиально симметричное, то вместо Q0 у вас возникает Q2. Еще есть Q2. Тогда определение Q0 немножко меняется, если гамма отлично от нуля. И Q0 просто добавляется следующее, что это есть 4/3 А на R квадрат. Здесь стоит дельта и еще косинус гамма. Косинус гамма. Ну как от бета? От бета, бета косинус гамма. Ну а Q2 тогда определена как 4/3 А на R квадрат средняя. Здесь тоже будет стоять дельта, но при этом еще будет стоять единица на корень из 2 на синус гамма.
единица на корень из двух. Ну, это вот от того, что я где-то писал, что А2 и А минус 2, они есть единица на корень из двух на бета синус тета. Вот это и корень из двух, он здесь и стоит. Вот, в этом случае у вас имеется форма неаксиальная, имеется не только кулон, но у него есть еще компоненты с m равным двойке. У2. Ну, то есть ядро еще, например, вот как вот этой оси, например, еще немножко припухлость есть какая-то. Ядро неаксиальное. Скажем, вокруг оси, вдоль оси x еще некоторая припухлость или вдоль оси y. Форма уже становится не... Ну, причем в одну сторону, естественно, как-то. Чтобы была неаксиальная, чтобы поворот... Чтобы не было симметрии относительно вращения. Но она не, вообще не будет, да, аксиальной симметрии не будет. Даже если она симметрична будет. В обе стороны припухлость. Все равно она уже будет аксиально несимметрична. Так. Ну да, если вот эти величины измерить обе, то тогда отсюда видно, что гамма определяется как тангенс. И ее есть корень из двух на q 2 на q 0. Q2 на q 0. Вот. Ну вот хорошо. Теперь вот у нас есть такая вот система. Система. И дальше мы должны вернуться к оболочной модели и посмотреть, а что же происходит с оболочками. Где у нас? Какая схема уровня одночастичной будет в таком деформированном потенциале? Нам нужно обсудить вообще, какие квантовые числа будет иметь частица, движущаяся вот в таком деформированном потенциале. Так, значит, мы уже писали, что деформация возникает из-за деформации плотности, которая из-за короткодействующих сил потенциал повторяет форму плотности. Ну и мы видели, что при малой деформации добавка была, добавка в гамильтониан возникало следующее, что вот этот h, давайте напишем h деформированное, hd деформированное, оно было записывалось в минус k под r, тут еще корень вот из 5 на 4 π, а здесь стоит бета на p 2 от косинус t. ДК по Т это есть просто R на ДУ по ДР. Вот R. Его R это сферический потенциал. Вот это первая добавка, которая возникла для аксиально симметричного ядра, у которого гамма равна нулю. Есть вот такая добавка. Ну и что мы видим? Значит, в этом случае у нас нет сферической симметрии, у вас перестает сохраняться момент. Только я хочу подчеркнуть, что тут какой момент перестает сохраняться? Сохраняться перестает момент во внутренней системе. Момент полный в лабораторной системе, он, конечно, сохраняется. Но вот во внутренней системе, когда мы смотрим, мы должны зафиксировать форму ядра, остановить его, и дальше смотреть, как тут частица движется. Вот в этой системе, конечно, уже момент не сохраняется. Ну, а что тогда остается? Ну, теперь, насколько он не сохраняется? Он не сохраняется, естественно, вот, поскольку здесь стоит L равное двойке, то дельта L у вас, дельта L, будет равно 0 плюс минус 2. Вот через двойку меняется орбитальный момент. То есть смешиваются в волновой функции орбитали, отличающиеся на двойку по орбитальному моменту. Ну, а дельта G, естественно, поскольку там еще спина 1, 2 есть, то дельта G у вас по модулю будет меньше или равен 2.
меньше минерального. То есть он тоже меняется на двойку максимум. Но может еще и на единицу меняться, потому что спину может еще сложиться по-другому. Из-за того, что есть спин. Поэтому просто дельта R, дельта G меньше двойки. То есть, видите, одночастичные орбиты у вас есть сложная суперпозиция по всем моментам, по всем оболочкам уже будет суперпозиция. Ну, правда, здесь у вас вот эта величина отлично от нуля только на поверхности ядра, фактически. То есть связь частицы, частица чувствует форму, когда она дойдет до поверхности. То есть здесь ей все равно, а вот когда она подходит сюда, то она видит. Здесь, скажем, угол падения, угол отражения, они определяются тем, как у вас там поверхность ориентирована. Вот. Но, смотрите, все-таки какая-то симметрия осталась. У вас есть вот эта аксиальная симметрия. Это означает, что проекция на вот эту ось есть хорошее квантовое число. То есть момент G сохраняется, но проекция его M, она по-прежнему сохраняется. Если мы выберем ось Z, ось квантования, то вот этой оси симметрии. Вот. Ну, если у вас есть нечетная частица, то тогда вот ее проекция на ось, вот это M, оно носит, это квантовое число носит название K. K. Как молекула. Если вы имели дело с молекулами, то в двухатомных молекулах у вас тоже есть симметрия относительно оси, соединяющей ядра. И проекция на эту ось носит, момента на эту ось носит, есть К. Есть К. Тогда, ну, К это проекция на ось симметрии. Ну и в принципе тогда лабораторный момент у вас тоже, да, тоже будет иметь тогда величину, которая не должна быть меньше, чем К. Не должна быть меньше, чем К. То есть лабораторный момент уже будет больше или равен К. Если в основном состояние К не равно нулю, то тогда спин ядра будет начинаться с величины, равной вот этому самому К. Так. Ну, теперь, что делать с остальными квантовыми числами? Давайте тогда просто рассмотрим какой-то конкретный потенциал. Ну, как всегда, удобно начинать с осциллятора. И в осцилляторе, как мы видим, у вас вот здесь появляется d по dr будет r, и здесь снова r квадрат, k по dr снова r квадрат. Вы снова приходите к осциллятору, но только из-за вот этой вот зависимости, если вы перейдете снова к x, y, z, получится, что у вас этот осциллятор будет иметь разные частоты по x, y и z. Если есть аксиальная симметрия, то частоты омега x и омега y будут одинаковы, а будут отличаться только частоты омега z, которые называют омега продольные обычно, и омега x, y, которые называют омега поперечные. Поэтому давайте вот рассмотрим U от R, уже такой вот осциллятор, который есть M пополам, здесь будет омега x квадрат на x квадрат, плюс омега y квадрат на y квадрат, плюс омега z квадрат на z квадрат. Так, ну и если мы рассмотрим так, скажем, симметричное ядро, то омега x равняется омега y, равняется омега поперечная, а омега z это есть омега продольная, вот продольная. Так, значит теперь, если мы, да, теперь еще их параметризуют с помощью вот того же параметра дельта, можно параметризовать. Значит, параметризация здесь будет такая: это равняется омега 0. А, только не так. Здесь квадрат
квадрат. Это все номерной квадрат на единица плюс 2 третьих дельта. А здесь z квадрат, многоподобное квадрат, равняется омега 0 квадрат на единица минус 4 третьих дельта. Поскольку у вас предположительных дельта ядро вытянуто, то тогда понятно, что частота колебаний вдоль вытянутой оси будет меньше. Поэтому там знак минус стоит. Вдоль вытянутой оси колебания будет меньше. Это более такой осциллятор большего размера. Значит, ну отсюда эти дельты, они, естественно, связаны примерно вот так же, как там, с радиусом, только здесь это будет с частотами связано. В общем, дельта равняется 3 вторых. Здесь будет стоять омега поперечная в квадрате минус омега продольная в квадрате. Омега поперечная больше. Ну а здесь стоит омега продольная в квадрате плюс 2 омега поперечная в квадрате. Ну а омега-0 частота, она остается старой, как она была, так остается 41 на а в степени 1/3 мэла. Омега-0 та же самая осцилляторная частота. Мы ее просто модифицировали немножко. Вытянули вдоль оси Z, уменьшили частоту и увеличили вдоль, естественно, оси X и Y. То есть, когда вы вытягиваете, то в силу сохранения объема у вас эти частоты будут все меняться. Кстати, если взять, вот я не упомянул, вот эти вот выражения S1, S2 и S3, вот эти удлинения относительные вдоль каждой из осей, если вы их сложите, вы получите 0. Это и есть, собственно, в первом порядке выражение сохранения объема. Они вот в таком виде. То есть то, что это равно нулю, это означает, что объем не меняется в первом порядке деформации. Так, ну и что? Дальше мы, конечно, здесь можем работать, естественно, только в переменных осцилляторных. Для каждого осциллятора у вас есть квантовые числа nx, ny и nz. То есть с этой точки зрения все нормально. То есть у вас получается энергия эпсилон nx, ny, nz равна, естественно, ну, h здесь будет омега x на nx плюс 1/2 плюс омега y на ny плюс 1/2 плюс омега z на nz плюс 1/2. Так, ну и теперь, если мы опять же будем считать, что это n продольная, а эти два, видите, если омега x и y равны, то сюда входит сумма nx и ny. Nx и ny. Тогда мы можем ввести вот это n поперечное, которое есть nx плюс ny. Ну и тогда получается, что энергия зависит только от двух квантовых чисел. N поперечная и n продольная. То есть некоторое вырождение остается осцилляторное. Это есть h на омега поперечная. Омега продольная умножить на n продольная плюс 1/2 плюс омега поперечная умножить на n поперечная плюс 1/2. Это поперечная плюс 1/2. То есть, в общем, два квантовых числа. Ну и вот, смотрите, можно посмотреть, как выглядят вот эти уровни на плоскости.
как функции дельта. Как функции деформации дельта, как выглядят вот эти уровни. Так. Вот они, видите? Значит, смотрите, вот внизу дельта равно нулю, сферическое ядро. Вот хорошо выраженные оболочки осцилляторные. Видны. Видите? Большие расстояния между ними. Вот. А дальше вот интересно, видите, когда вот есть соотношение 2 к 1, у вас тоже есть оболочная структура. У вас плотность уровня здесь, видите, маленькая, средняя. А в промежуточной области у вас тут уровни довольно частые. То есть в деформированном ядре получается плотность одночастичных уровней, вообще говоря, больше. В общем случае, если дельта порядка там 0,3, то вот тут вот плотность уровня, она вот видите, вот здесь вот совсем почти одинаковое расстояние между всеми уровнями. Только там самые нижние, но которые всегда заполнены, потому что, опять же, только верхние уровни участвуют во всяких реакциях. Вот. Ну и точно так же, если у вас дельта отрицательная, то у вас тоже вот тут есть 1 к 2, ну и 2 к 3, ну, менее выражен, но тоже что-то такое, типа намеки на оболочные структуры тоже имеет место. Вот так вот выглядят уровни вот этого осциллятора. Так, теперь. Теперь, если мы подставим выражение для омега-фронтального и омега-поперечного через дельта, то у нас получится вот такая замечательная величина энергии. То есть энергия будет равна вот это эпсилон n продольного и n поперечного, она становится такой. Здесь n h на омега средняя, которая фактически есть вот эта омега 0, которую я писал, омега 0. А параметр деформации дельта тогда есть омега поперечная минус омега продольная при малой деформации делить вот на это омега средняя, на омега 0 фактически. Если в линейном приближении по дельта, то тут, а тут стоит, смотрите, тут стоит n, которое есть главное квартальное число, плюс 3 квадрата, минус 1 треть вот этой самой дельта, давайте мы ее назовем дельта осцилляторная. И при ней стоит 2n продольный минус n поперечный. То есть видно, что у вас все энергии являются функциями деформации, параметра деформации вот этого дельта осцилляторного, линейной функции. Вот. И по-прежнему появилось главное квантовое число, которое характеризует, из какой оболочки эти уровни сферические произошли. Из какой сферической оболочки они произошли. При дельта равном нулю у вас получается старая оболочная структура осцилляторная. Теперь, значит, теперь у вас было, кроме, да, но теперь надо вспомнить, что есть еще спин у нуклона. Ну и тогда, кроме проекции орбитального момента на ось симметрии LZ, которая обычно обозначается буквой лямбда большой, есть еще проекция сигма спина на эту же самую, ось, которая тоже сохраняется. Но это только тогда, когда нет спинорбитального взаимодействия. При наличии спинорбитального взаимодействия у вас сохраняется только сумма F плюс сигма, это вот здесь вот это самое M, квантовое число. Вот эти состояния, которые, вот это вырождение по n поперечному есть, они отвечают
разным проекциям орбитального момента. Ну, разным комбинациям орбитального момента. Значит, если... Да, тогда, значит, вот смотрите, у вас... Значит, вот, поскольку n и n поперечная, они, значит, вместо них можно... Вместо n поперечного можно пользоваться n большим, то тогда можно... Набор квантовых чисел становится вот таким. Вот таким. Значит, у вас было... здесь у вас есть n. n продольная. Ну и дальше... Дальше, смотрите. Дальше у вас вот эта величина m есть. Обязательно. Дальше величина m есть. M. И еще какая-то... еще какое-то квантовое число должно быть, потому что их 4 там должно быть, у нас было 4, их должно 4 остаться до уклона. Так вот, это квантовое число, оно возникает, когда вы смотрите асимптотически большую деформацию. Если вы будете смотреть асимптотически большую деформацию, то тогда у вас вот этот член линейно растет. А если вы будете смотреть на спин-орбитальное взаимодействие, то оно от деформации практически не зависит. То есть оно остается слабым. То есть вот этот член начинает доминировать в энергии. И тогда в области, когда дельта велико, было предложено вообще пренебречь спин-орбитальным взаимодействием и тогда характеризовать отдельно еще проекции орбитального момента L, которая есть вот эта самая лямбда. Проекция орбитального момента. И вот этот набор у вас достаточен для того, чтобы охарактеризовать все уровни вот этой системы. Уровни вот этой системы изотропного осциллятора со спин-орбитальным взаимодействием. Теперь, значит, если вы добавили спин-орбитальное взаимодействие, то тогда вот был предложен потенциал полный, который учитывает еще спин-орбиту, который выглядит следующим образом. Значит, вот кроме вот этого потенциала, который анизотропного осциллятора, кроме добавки вот этой, которая была там k минус k от r на что там бета была, бета на p2 от косинус вот это на корень, по-моему, из f на 4 π. Сюда добавляют еще следующую величину. Добавляют еще величину, которая есть. Да, кстати, спин-орбита. В спин-орбиту входит величина единица на r dU по dr. Если u пропорциональный r квадрат в осцилляторе, то у вас спин-орбита вообще от r не зависит. От r не зависит. От нее остается только ls. Поэтому теперь константа nu ls, nu ls умножить на l и умножить на s. Но L теперь не сохраняется, поэтому спин-орбита уже, вот видите, да, ну вот это вот то, о чем я говорил, что спин-орбита не зависит от деформации совсем, поэтому в асимптотической области ее можно ей пренебречь и характеризовать уровни вот этими квантовыми числами. Так, теперь еще в осцилляторе нам нужно опустить состояние с большим моментом вниз, чтобы было похоже на яму. Поэтому сюда еще добавляю член такой. Так, только давайте вот здесь напишем скобку. Плюс ню. Почему-то оно. LL, да. Ню LL. Вот так пишется. А здесь пишется такая скобка. L квадрат. Отправим минус. L квадрат средняя
Средняя поволочка. R квадрат средней поволочки. Поволочки с данным n. Значит, вот этот член, да, еще все это умножается на наш омега. Наш омега 0. Наш омега 0. Вот такой потенциал у вот, R. Ну, еще сюда надо добавить n омега 0 квадрат пополам r квадрат плюс, это не минус сюда. Это есть у вот, R. Носит название потенциал Нильсона. Потенциал Нильсона. Он был предложен в 50-х годах шведским физиком Нильсоном, который в то время тогда стажировался в институте Нильсона. Вот, да, теперь что значит? Значит, вот этот член, он у нас опускает большие моменты вниз. Опускает большие моменты вниз. Так, чтобы у вас уровни были похожи на уровни в яме. В потенциальной яме. Теперь, но поскольку если вы пойдете слишком высоко, то у вас он пойдет сильно вниз. L-то растет, L квадрат. Поэтому, чтобы скомпенсировать, чтобы у вас только понижались уровни внутри оболочки, сюда еще добавляет член вот этот самый минус L квадрат средний на оболочке. Тогда у вас вот это расщепление, оно будет не абсолютно, не для всех, а только внутри данной оболочки R. То есть перераспределение идет внутри оболочки. Вот. А потому что если вы вот это выкинете, если вот это, то тогда это с ростом L квадрат у вас все будет выходить вниз. Слишком сильно. Тогда, значит, вот такой. Для этого потенциала вот те квантовые числа фигурируют, используются. При этом можно посмотреть, как эти уровни, схема этих уровней, как она выглядит, как функция деформации. А, тут у нас есть уже. Так, нет, нам не надо. Как функция деформации. Эти уровни выглядят. Сейчас посмотрим, какие вот они выглядят, и на этом закончим. Так. Так, это чистый осциллятор. Вот. Так, вот он. Ну, где картинка? А, тут что-то. Нет, вот она картинка. Не видно. Нейтронные уровни энергии потенциально Нильсона. Как принцип параметры деформации. Вот они так. Вот это вот, значит, вот параметр деформации вот здесь внизу. Вот тут 0, 0, 1, 0, 2 до 0, 3. Типичные параметры. А вот здесь вот приведены как раз асимптотические квантовые числа. Кроме спина. М и четкости 1 здесь. А, вот это проекция М, да. То есть М здесь нет, это вот только N3 и лямбда. N3 и лямбда. А М вот оно, вот здесь. То есть полная проекция момента, она вот здесь на каждом уровне приведена. Проекция. А это вот М большое, лямбда большое и N3. NZ. N продольная. Ну и вот видно, что у вас происходит, естественно, расщепление уровней по M, по проекции. Вот был при нулевой деформации уровень G9 вторых, да. Вот у него пошло расщепление. Уровень с 1 второй плюс оказалось, пошел вниз, 3 вторых плюс выше, 5 вторых выше, 7 вторых, 9 вторых самого высокого, у него вверх.
А вот это асимптотические квантовые числа. Значит, это четвертое, n равно 4, оболочка с n равно 4. Поэтому тут вот все стоит главное квантовое число 4. 4 у них вот в этом уровне. Уровне 4. А проекция спина, проекция орбитального момента и n3, они, видите, вот такую закономерность обладают, что с повышением с увеличением проекции полного момента у вас сумма их сохраняется. Вот видите, везде сумма равна 4. И по мере увеличения проекции у вас растет n продольная и уменьшается проекция орбитального момента лямбда. Уменьшается проекция орбитального момента лямбда. То есть вот тут вообще она ноль. А все, а проекция n3 у вас максимальная. Оно естественно, не может быть больше, чем n. Так, теперь смотрите. А тут вот еще есть g7 вторых. То есть это вот четвертая оболочка, которая сюда вот спустилась сильно. g7 вторых тоже четверка, но у него есть тоже 4, 3, 1. Набор квантовых чисел. Но зато проекция момента уже 1 вторая, а не 3 вторых, как вот здесь. Поэтому, в общем, они различаются. Хотя вот эти квантовые числа одинаковые, но по m у них есть разница. Вот. Ну, кроме того, тут еще четность. Вот. Да, тут вот еще где-то какой-то уровень. Вот H11 вторых, он залез в эту оболочку. Видите, вот они вот здесь перемешаны. Здесь уровни есть разные четности. 5 вторых минус, 7 вторых минус, 1 вторая плюс рядом. И здесь вот 3 вторых минус и 5 вторых плюс рядом. То есть, в общем, уровни довольно сильно перемешаны. Плотность уровней здесь заметно больше, чем вот в этой области. Плотность уровней ядра и формирования заметно больше. Вот. Ну и что еще можно о ней сказать? Да, вот это n квадрат среднее, я не написал, чему оно равно, но легко вычисляется, и это n квадрат среднее, оно равно n на n плюс 3, да, 1 вторая n на n плюс 3. Вот такая величина. То есть она действительно обеспечивает расщепление только внутри, по n квадрат внутри этого самого. Внутри оболочки, а целиком она не сдвигает все это. Целиком не сдвигается. Так, ну что еще можно? Да, кстати, величины ню отрицательны. Вот, величины ню отрицательны. И типичные значения их такие. Вот в области деформации вот этих, которые есть. Значит, ню n, она равна минус 0.03. То есть на самом деле, видите, не очень сильно надо подправлять вот это, опускать этот квадрат. Ну а ньюLS, оно побольше. ньюLS, оно минус 0.12. В 4 раза побольше. Больше в 4 раза. Вот. Ну и тогда, между прочим, тогда, если вы просто умножите на h омега, то получите, что, скажем, ньюLS умножить на h омега, вы получите энергию спиноорбитального взаимодействия, которая по порядку оказывается такой же, как в сферических ядрах. То есть она оказывается такой же, как в сферических ядрах. Ну вот, собственно, можно еще там две картинки показать. Ну, а там все уровни примерно такие же, так же себя ведут. Вот эта типичная картинка, это потенциал Никсона, что происходит с уровнями, когда у вас есть деформация. Ну, видно, что работать в такой системе, конечно, сложнее вычисления делать. Вот, ну, на этом давайте мы сегодня закончим. И завтра у нас снова будет, да, в 10:45.